Реклама – двигатель политики и торговли. Телевидение – на нем двигаются интернет-издания. Мы говорим о человеке, работающем в кино с 1982 года. Он первый сделал рекламный ролик в столице металлургии в 1995 году. Что сейчас? Работа на всех типах носителей, аэросъемка, 3D-графика и лучшее понятие того, что вам необходимо. Да, это стоит дорого, но оно того стоит. К слову, есть еще и идеальное звуковое оборудование в России и знающие диджеи. И все это вы можете заказать в ProSound по телефону плюс 7 951 470 07 70. Чем хорош Магнитогорск? Город из стали, но не смогли разрушить. И честь, и хвала Магнитострою. То же самое о Зарях Урала. И сегодня это круче, чем было. И возникает вопрос. В принципе, это место для вашего бизнеса. Где он? Сегодняшняя наша тема о компьютерах. Были они у нас качественные. Качественными и остались. Мы говорим о компьютерах. Компьютеры сегодня сейчас, что это такое? Ну, давайте все-таки поделимся, что компьютеры сегодня сейчас, это не 90-й год прошлого столетия. Тогда все было очень круто. То есть мы начинали с Синклеров, Синклеры поменялись XP-шками, XP-шки поменялись 303-ками там, потом четверки пошли, потом пентели пошли, потом P2 пошли, сейчас P4 есть, i5, i7. И вот на этом мы говорим, что примерно все это дело немножко закончилось. То есть что касаемо современных компьютеров, что касаемо современных ноутбуков, что касаемо современных планшетиков, то есть разницы нет никакой. Мы не будем говорить, что что-то поменялось вообще в классической характеристике. Мы будем говорить, что то, что вы купили сегодня и сейчас, даже если это не новое, может также хорошо служить и не один год. И за этими вещами мы пришли сюда, в магазин Байт, который располагается в Зарях Урала. К слову, магазин Байт не только продает, он и ремонтирует. Ну, господа мои, а вы думаете, что я умный человек? Не-не-не-не-не, я точно такой же человек, как и вы. Ну, просто кто-то занимается, допустим, архитектурой более, чем я. Кто-то занимается металлургией более, чем я. Кто-то занимается другими вещами более, чем я. Я как бы вам показываю, что, в принципе, все, кто занимается этими вещами, не всегда они занимаются качественным образом с компьютерами. У всех есть компьютеры. Сейчас компьютер есть у первого встречного. А сколько людей могут залезть внутрь компьютера и починить его? Вау! Вот это да! Сколько их? Ну, давайте определимся. Их, конечно, больше, чем людей, которые занимаются телевидением. Но, тем не менее... Куда вы отнесете своего подраненного хлопца? Ну, как сказать подраненного? То есть, первоначально, что случается с вашей системой? То есть, вы в интернете тусуетесь, ищете 5-10. Иногда тогда такое случается, что вы что-то поставили, допустим, да? И чуть-чуть забыли галочку поставить. Хлоп, у вас какой-то браузер слегка... И начинается подтормаживание системы, да? Это из разряда того, как машину восстановить. Конечно, приходить сюда. Здесь он этот компьютер восстановит. Другой вариант. Но я уже вам говорил, что винты, они как бы, ну, тоже немножко так подсаживаются. Сюда же. Третий вариант. Ну, не самый лучший, конечно, если, допустим, вы в деревне находитесь или на даче. Вот, тут что-то хлопнуло там. Напряжение прыгнуло. А вы еще не застраховали компьютер. Компьютер немножко, ну, первоначально, дай бог, что если у вас просто системный блок питания навернулся, тогда также сюда. Но иногда случаются и вещи сложнее. То есть может навернуться и видеокарточка, и все остальное. И я бы вам сказал, куда идти? Сюда же, в магазин Байт. Теперь вопрос качества. То, что делалось ранее, и это качество. То, что делается сейчас, не всегда таковое. Но мы, а точнее хозяин, знает, что нужно для того, чтобы вы получили лучшее удовольствие.
Да, компьютеры, ноутбуки, делаем все. Также и планшеты, и телефоны. Делаем все быстро, качественно. Большой стаж у нас работы, поэтому волноваться вам нет смысла, если вы приносите. Будете уверены, что все будет сделано хорошо, сроки. Занимаемся уже, да, наша фирма уже больше 15 лет. То есть не так, не первый день, да, ведь? Да, поэтому все делаем максимально быстро, ну, иногда это зависит, да, от поставщиков. То есть наши обязательства мы выполняем быстро и качественно и даем гарантию на нашу работу. Вот эта тема весьма интересная. Для кого эта тема весьма интересная? Для тех, кто может себе позволить очень хороший компьютер. Да, мы не будем говорить, что здесь внутренние жесткого диска очень много. Но зато какие процессора-то отвинтецкие. И в принципе, вот на этих ноутбуках, которые стоят, ну скажем так, на 10 тысяч, а может быть и на больше, дешевле, чем... Они абсолютно новые ноутбуки, посмотрите внимательно. Абсолютно новые ноутбуки. Только зачем переплачивать, я не понимаю. Берете себе вот эту технику, и у вас получается игровая штучка дома. Но по цене 10 или 15 тысяч рублей дешевле, ну я не знаю, за 10 или 15 тысяч рублей дешевле можно еще один компьютер здесь собрать. Причем такой нормальный, хороший домашний компьютер, в который вы сможете и поиграть, и полазить в интернете, да и, конечно же, посмотреть фильмы. Потому что это все делается. И это все сегодня и сейчас абсолютно недорого стоит. Потому что где вы берете? Вы это берете в магазине Байт. А тема-то интересная – кейсы ручной работы. Я же вам говорил, машины в лучшем качестве стоят дома уже более 10 лет. Ставим навороченный комп, такую штуку, и радуемся не только удовольствию от игр, но и стилю. А стиль прекрасен. Как оно? Ну как оно? Ну как оно? Что здесь есть? Вау! Вот эти замечательные кейсы, да? Берешь такой замечательный кейс. Да, он стоит немножко дороже. Но что внутри? Еще раз говорю. То, что внутри. Вы знаете, у меня есть компьютер 2005 года. Так он до сих пор работает. Я хорошо летаю на нем. Ну, допустим, Ил-2. Прекрасно летает. Допустим, другие штучки. Также прекрасно летает. Потому что даже игрушки в большей своей степени прекратили свое существование как таковые. Потому что как это было раньше, что и сейчас. Да, конечно, есть такие вещи, которые требуют 4К и пятых серьезных наворотов. Но вопрос. Во-первых, это не самое дешевое удовольствие такие игрушки покупать. А эти игрушки именно продаются в интернет-магазине, чтобы там были еще скачивания и все остальное. Да? Ну, дешевое удовольствие, поверьте мне. Вот. Во-вторых, каким макаром? То есть, а есть другие игрушки, которые спокойно используют те же 4К. Ну, это если у тебя большой монитор, а если маленький монитор. То есть, ну, вы уже не готовы себе купить монитор там 45 дюймов такой здоровенный, да? Красивый. Ну, обыкновенный. Там, в принципе, хватает на HD. То есть, есть фирменные игрушки Original, которые я беру, естественно, которые вам позволяют работать как в 4К, так и в другом его формате. То есть мы не будем говорить, что даже программы для средних, ну мы будем говорить про средние же человеки, да, они какие-то большие деньги стоят. Нет, абсолютно нет. То есть спокойненько берем здесь, фаршируем. Я еще раз говорю, не важно какого качества товар, важно какой он внутри. То есть здесь также все реально смотрят. Вы что думаете, вы принесли вещи потом, ну, такое иногда случается, а люди не понимают, о чем идет речь? Нет, конечно, все это дело тестируется, проверяется и неоднократно. Винты, вдруг внезапно вам захотелось что-то покруче, принесли сюда, естественно, у вас и купили, и тут же предложили вам более крутой вариант. То есть и винты также проверяются, потому что, ну, и у меня такая судьба была. Купил себе 500-гигабайтный винт, и, вы знаете, 2-3 штуки у меня навернулись. Потому что не тот вариант брал. Брал бы здесь вариант, было бы еще круче. И я вам говорю, что за хорошими вещами, почему не прийти сюда, в магазин Байт? В магазине, в супермаркете Зори Урала.
Реклама – двигатель политики и торговли. Телевидение – на нем двигаются интернет-издания. Мы говорим о человеке, работающем в кино с 1982 года. Он первый сделал рекламный ролик в столице металлургии в 1995 году. Что сейчас? Работа на всех типах носителей, аэросъемка, 3D-графика и лучшее понятие того, что вам необходимо. Да, это стоит дорого, но оно того стоит. К слову, есть еще и идеальное звуковое оборудование в России и знающие диджеи. И все это вы можете заказать в ProSound'е по телефону +7 951 470 07 70.